Хоккейный клуб «Автомобилист» начинает серию домашних игр. Наши первые соперники – московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». Вместе с болельщиками мы смотрим игры на большом экране возле КРК «Уралец». Этот формат уже полюбился зрителям. И давайте узнаем, с каким настроением они сегодня пришли смотреть игру. Флаг. Галкин. Лично взяла. Так, там еще есть трямки, но я его сейчас не достану. Морально мы готовы всегда. При любой ситуации мы должны поддержать команду, потому что вместе мы команда. Сегодня игру с Салаватом Юлаевым мы смотрим на том же месте, на большом экране рядом с Уральцем. Болельщики, как вы видите, уже на месте. Давайте пообщаемся с ними. Замечательно. Отлично. Вон детей моих спрашивайте, самые главные болельщики. Мы уже все такие форматы посетили, это уже третий раз. Нам не холодно. Тебе холодно? Мне хорошо. Мне хорошо. Сегодня играем с Салаватом, который представляет регион Башкортостана. Как мы все знаем, этот регион известен, конечно же, своим медом. И сегодня с болельщиками сыграем в игру «Твои слова мне в уши мед» в адрес хоккеистов. Целеустремленные, позитивные, непобедимые. Вот. Спасибо за чай, спасибо за сервис. Очень приятно и душевно. Авто вперед. Молодцы, молодцы. Очень приятно. Домашняя серия нашей команды продолжается. Поддерживайте наш клуб дома у телеэкранов или приезжайте сюда на автофан-зону. Увидимся. Пока.